Скажите теперь, как вообще по связи? Если нормально, то продолжим. Если нет, то значит сегодня точно не мой день. Привет, привет всем. Кто-то сказал, что тихая гавань скучная. Я не хочу скучно, я хочу какой-нибудь прям крутой фильм. Подумайте, ребят. Я вас люблю тоже. Так, сейчас подумаю сама. Что я хотела пересмотреть? Нескучный вайб. Невидимый гость, по-моему, я смотрела. Клятва смотрела. По скрипту я люблю тебя смотрела. Ткани я покупаю в Москве. У нас есть бутик Кофемоле, у нас есть бутик в торговом центре Рио, и у нас есть еще на Дубровке магазин. Турецкий фильм «Бесконечная любовь» — это сериал? Стужа про что? Так, напишу сериал «Стужа». Про любовь он? Чё, курс смотрела? Так, посмотрим. Ну, начнем, по крайней мере, если будет скучняк, вырубим. Я вам доверяю, ребят. Кур не запомнился, чтобы сказать прям. Чтобы сказать прям вау. А его закрыли, это хоть нормально или там закончилось, я непонятно. Сейчас буду сидеть смотреть, а потом. Начинался наш этот. Черная любовь так начиналась. Блин, по-моему, я его начинала смотреть. Нет. Сериал сейчас один смотрю, турецкий. Это «Дочь посла». Серьезно? Прикольно. А почему его закрыли, этот сериал? Не знаете? Очень красиво. Я работала над этим до утра. Оно того стоило.
что есть. Привет. Кто не знает, турецкий тоже сериал. Я люблю мелодрамы. Я люблю фильмы про любовь, где можно поплакать. Еще очень люблю всякие катастрофы, фильмы катастрофы. Подождите, я... Что-то это знакоменькое. Не очень много, конечно, но возьми. Себе оставила, да, бери давай. Да, пусть. Девочки, мы жирнее, пипец. Ты скучная в эфире. Ну, извините, что в 2 часа ночи я не занимаюсь клоунадой. Мне нравится сериал «Дочь подсла», хочу посмотреть, но сомневаюсь. Очень классный сериал, мне сейчас хорошо зайдет. Напишите вот мне это чудо в камере, что это, напишите мне в директ. Спасибо, девочки, столько всего посоветовали посмотреть. Спасибо большое. Как ногти, ногти, как-то так. Чудо в камере. Номер 7. Вот это вот меня привлекло. Вот это вот название этого фильма. И вроде бы интересно. Скиньте мне в директ, пожалуйста, то я забуду точно. Короче, такие, знаете, прям, которые за душу трогают. Можете мне скинуть такие фильмы, я люблю. Спасибо большое, очень приятно. Мам, скажи, пожалуйста, как ты худеешь? Рацион свой, сколько килограмм сбрасываешь за какое время? Ребят, сейчас говорить о диете будет с моей стороны очень неправильно, потому что я сейчас ем все подряд и поправляюсь. Давайте мы об этом поговорим после карантина. Вот, тогда я обещаю, что я сяду на жесткую диету и буду с вами делиться ежедневно, что я делаю. Будем вместе худеть. Бог с тенью. Нет. Ну, очень прям старый не хочу смотреть. Красивые глаза, кстати, у актрисы. «Стужа». Сейчас смотрю сериал «Стужа», первая серия. Привет, привет. Ребят, я думала, что от силы человек 30 будет в это время. А вы все не спите, оказывается. Кто-то говорит интересно, кто-то говорит интересно. Ну, я сейчас по первой серии пойму, мне интересно или нет. Да, это точно. Спасибо.
Согласна. 6 из 10. Ну, сейчас посмотрим. Давайте первую серию. Я скажу свое мнение сразу. Да, красивая девочка. Так, теперь давайте какие-нибудь интересные вопросы. Не про коронавирус и не про Джигана. Барри, где я не хочу спать, да. Я спала до обеда. Не, я поняла, что фильм Джан, а не Джиган. Я это не к этому сказала. Знаете, очень людей, похожих на пиявок, я буду блокировать. Имейте в виду. Почему не в кинотеатре? Ребята, меня так прикалывает, когда... то есть, если у меня есть дома кинотеатр, то я должна только в нем смотреть фильмы, и все. Да, то есть, нельзя больше нигде смотреть. Армянский еще не смотрела. Сегодня, да нет, уже просто поздно, я такая, знаете, на релаксиком вышла. Я сегодня была настроена на очень активный эфир вместе с Шакирой, но, к сожалению, все накрылось медным тазом, и все. Мой энтузиазм пропал. Если бы вы могли обладать одной сверхспособностью, какой бы вы выбрали? Лечить людей от всех болезней. Спасибо большое. Родной цвет, я шатенка. Спасибо большое. Мне приятно. Юношеских фото, блин, их еще бы найти. У меня, знаете, какая проблема? С каждым новым телефоном я теряю старые фотографии. Боитесь коронавируса? Ну, не хотела бы, конечно, заболеть. Не хотела бы, чтобы заболели все мои родные, близкие, вообще никто. Спасибо. Спасибо большое. Худеть буду после карантина, потому что сейчас это нереально, ребята, вы же сами понимаете. Молодой человек, если вы еще что-нибудь напишете, я вас заблокирую. И вам станет скучно жить.
Спасибо большое. Ксан и Натарикан. Волосы феном вытянула. Не совсем получилось, но в домашних условиях тоже сойдет. Привет, привет. Всем привет. Чем занимаюсь на карантине? Ем, лежу, смотрю фильмы, общаюсь с подругами, с вами, занимаюсь ребенком. Так. Дистанционно работаю. Спасибо большое. Я желаю вам, Люси, по-моему, желаю вам на отлично сдать ЕГЭ. Ну почему? Мы отшиваем L размеры. У меня 9 мая день рождения. Очень приятная девушка. Спасибо большое. До конца апреля магазины будут закрыты. К сожалению, да, приехать к нам будет невозможно. Но у нас остается онлайн продажи. Вы можете приобрести. Вот. И мы отправим вам доставочку. Отвечаю, не видел красивее вас. Ой, спасибо большое. Да, по-армянски я разговариваю и понимаю. Я уверена, что у вас все получится. Удачи вам. Не решаетесь перекраситься? Блин, не знаю даже. Блонд это вообще такое тяжелое дело. Ухаживать за всем этим. Будьте готовы к тому, что вам придется очень много времени тратить на свои волосы. Например, розовое платье ваше нет размера L. Я вам объясню, почему нет размера L. Потому что мы его отшили прямо перед всей этой ситуацией в стране. И, к сожалению, наше производство тупо не успело отшить L размеры. А мы уже их запустили в продажу. Вот. И сейчас на данный момент наше производство не работает. Поэтому пока нет возможности получить размер. Да, у нас должен был быть сегодня эфир. Мы пару раз попытались зайти, но безуспешно, потому что нас выкидывало. Не знаю, с чем это было связано, но не смогли провести, к сожалению, эфир. Попробуем завтра. Да, конечно, я делала пластические операции, а по мне не видно, что ли? За звание натурель я не борюсь, так что... Влияет ли ситуация с рублем на цены в ваших магазинах? На данный момент мы стараемся быть лояльными и, наоборот, даже делаем скидки и идем навстречу нашим клиентам, дабы еще сильнее не расстраивать такой ситуации. Моя сестра была в вашем магазине, и она сказала, что она шикарная. Вот она очень шикарная. Спасибо большое. Сериал? Ну, пока непонятно. Каре нет, не хочу. Да, сейчас очень большая нагрузка, потому что все в интернете, все в эфирах. Мне кажется, такого навала соцсетей еще не было. Прикиньте, все дома, и всем скучно, и все хотят общаться. Нон, посоветуй, пожалуйста, крутой фильм, который сама недавно посмотрела, чтобы как в одном дыхании. Блин, недавно нет ничего такого, что я бы сказала прям вау. Ну, у меня есть мои любимые фильмы, но я думаю, что вы их тоже смотрели уже, наверное. «Дневник памяти» — это уже классика. Потом... Блин, как он назывался? Я же говорю, у меня память куриная. «Области тьмы».
офигенный фильм. Кто не смотрел, просто бегите. Обалденный фильм. Я не хочу устроить фан-встречу. Особенно сейчас. Области тьмы, да. Вот он реально на одном дыхании. У меня нет любимых процедур у косметолога. Все процедуры такие, знаете, по необходимости. Да, помадка, которую я советовала для бровей, она закрывает пустоты, потому что у меня тоже очень плохой рост волос в плане бровей, поэтому он прям перекрывает хорошо. Нет, не делала грудь. Привет, Махачкала. То есть мы могу рассчитывать на розовое платье. Как только нам разрешат работать, конечно же, мы отошьем для вас размер L. И для многих других тоже. А в солярий давно не ходила. Нет, у брата нет невесты. В Грозный не хотите приехать. Я сейчас хоть куда готова. Сейчас все хотим куда-нибудь поехать. Мне приятно очень. Что за розовое платье? А оно есть у меня в ленте. Такое Барби. Барби платье. Так, можно я заблокирую молодого человека, который никак не может свалить? Достал уже. Так. Да, я знаю, что Грозный красивое место. Остатблок. А. Нервырский. Черную любовь смотрела, ребят. Конечно, я его смотрела. Мне кажется, главный герой Черной любви похож на моего брата внешне. Я их не знаю, постоянно находила какие-то сходства в целом в образе. Да, у меня нарощенные волосы. Любовь наказание смотрела. Примерно, ну как должно. Запрет на любовь смотрела. Тайна истины смотрела. Ребята, я только сейчас понимаю, что я все пересмотрела. Жесть. Мерси. Что, не кушаем? Я уж поела. Что может вас обрадовать и поднять вам настроение? Что может вас разозлить и вывести из себя? Поднять настроение мне может сладкое, очень легко и просто. Вот. Что еще мне может поднять настроение? Мои друзья. Что может мне поднять настроение? Моя дочка любимая. Испортить настроение мне мало что может. Я вообще такой, знаете, невозмутимый человек. И должно случиться что-то очень глобальное, чтобы я прям вот заморочилась. Девочки, арабские футболки все черные разобрали.
По-моему, белые тоже. Скоро будут они. Спасибо большое. Ну, сейчас, да, поздно ложусь, потому что просыпаюсь, ребят, в обед. И весь день какая-то, знаете, вот. Я вообще ночной человек, я не люблю рано ложиться. Прикольно сидел. Спасибо большое. Приняли бы в роли невестки чеченку. Мы примем в роли невестки ту, которую полюбит мой брат. Футболки арабские 3500 у нас стоят. На футболке написано «Верь в себя». Я сам застелю. Какую заловку вы себе видите? Блин, я даже об этом не думала, ребят. Но я, мне кажется, я буду хорошей заловкой. Не буду змеиной головкой, обещаю, если моя будущая невестка смотрит мои эфиры. А, вот... Я очень добрая, буду, ну ладно, не буду раскрывать все карты, это будет неинтересно. Если бы вы могли дать совет, один совет сразу большой аудитории, что бы вы сказали? Блин, вы такие вопросы мне задаете интересные, ребят, прям аж теряюсь. Ну не знаю, смотря какая аудитория, она же может быть разное поколение, не знаю, смотря кто. Мужчины, женщины, старики, дети. Кто? Почему именно на арабском? Ну, потому что нравится этот язык. Вы просто слушайте, волосы фильма, они такие прямые или утюжком пользуетесь? У меня волосы очень прямые от природы. Если я их мою и подсушиваю феном, они прям как солома прямые. Вы в России интересные вопросы. Да, ребята, видите, в 2 часа ночи я туплю жестко. Ребят, ну знаете, я к виртуальному миру отношусь очень просто. То есть у меня нет такого, меня не могут задеть люди, которых я не знаю. То есть если кто-то пишет мне там с левой страницы какую-то гадость, или пытается меня как-то там обидеть, или делать мне замечания, еще что-то, я всегда... Наверное, в своей жизни даже никогда не увижу. А если даже увижу, эти люди вживую, мне все улыбаются и очень рады меня видеть. Что еще говорить? И вам советую, кстати, тоже думать, переживать только о том, что говорят близкие вам люди, те, кто имеет для вас какое-то значение. А так растрачивать свою энергию на незнакомых людей, на каких-то интернет-героев, мне кажется, это немножко глупо. Да, конечно, Милана говорит на армянском. Ну, например, для молодежи. Блин, ну мне надо подумать, это серьезный вопрос. Я не хочу на него глупо ответить. Не знаю, я бы, наверное, сказала какие-нибудь мотивирующие слова. Да, я, наверное, сказала бы какие-нибудь мотивирующие слова, потому что нынешнее поколение у нас немножко обленилось. И я выделю, конечно, не в обиду мужчинам, но подчеркну, что мужчины у нас стали очень-очень ленивыми. И сейчас, мне кажется, 80% бизнеса ведут женщины. Это неправильно, потому что добытчики у нас мужчины. И мужчины должны, так скажем, руководить парадом. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы наши мужчины немножко пересмотрели
свои взгляды, немножко взялись за голову. Сейчас смотришь, взрослые мужики за 30, они сами еще не знают, чем они вообще занимаются, куда они идут. Вот, это очень плохо. И если бы я подумала, я бы, конечно, ответила более интересно и развернуто, но так в целом вам покидала. Наверное, это были бы какие-нибудь мотивационные позывы, так скажем. Почему развелись, или это секрет? Это не секрет, у нас не было никакой веской причины, просто они сошлись, и я была инициатором. Просто это было очень давно, и уже 10 тысяч раз я отвечала на этот вопрос, поэтому уже не актуально, к сожалению, для вас. Не знаю, ребят, не знаю. Вышла замуж 20. Но вы ругаетесь своих сотрудников, какой вы директор. Я руководствуюсь. И кнут, и пряник. В моем случае и кнут, и пряник. Я бываю строгой, но могу делать поблажки и баловать, и все такое. Просто никогда не слышала, как говорили про это. Ну, я очень много раз говорила, правда. Я вот сколько себя помню, я об этом говорю. Какое самое любимое блюдо? Первое, о чем подумали сейчас? Клубника с шоколадом. Самое любимое — это клубника в шоколаде, наверное. Ну, может быть, не просто клубника, а есть там какой-нибудь шоколадный флан с клубникой. В общем, что-то шоколадное с клубникой. Какой идеальный возраст для замужества? Нет идеального возраста для замужества, ребят. На самом деле. Я, ну, не прям строгая. Не могу сказать, что я прям строгая. У нас просто не доходит до того, чтобы там я кричала или еще что-то. Она, в принципе, уже понимает, что если я чуть-чуть, там, знаете, таким тоном могу сказать, она уже все, она моментально, она же даже в лице меняется и тут же делает то, что я говорю, не доводит до точки кипения, так скажем. Поэтому у нас, ну, не бывает такого, чтобы я кричала или там ругала. Я выходила замуж молодой, глупой. Я вообще считаю, что когда девушке 18-19 лет, говорить о любви неправильно. Но это мое мнение. Ни в коем случае не хочу кого-то учить или опровергать чью-то любовь 18-19 лет. Нет, это просто чисто мое мнение. Я просто считаю, что девушка 18-19 лет даже не понимает, что такое любовь, потому что любовь — это очень глубокое чувство, и оно должно прийти к человеку в осознанном возрасте, когда ты познал себя, когда ты познал свою жизнь, когда ты что-то из себя представляешь, когда у тебя есть определенные уже вот приоритеты в жизни, ценности. Вот тогда человек может понять, любовь это или это просто какие-то эмоции, там, не знаю, страсть и так далее. Поэтому я вот, например, если говорить о моей дочери, я бы не хотела, чтобы она рано вышла замуж. Я думаю, что она для начала должна окончить университет, как-то состояться в этой жизни, понять вообще, чего она хочет, какого человека она видит рядом с собой, только потом выходить замуж. Это очень важно. Мы сразу же уберем просто половину ошибок, которые она могла бы совершить, если бы она в раннем возрасте решила бы выйти замуж. Но, конечно, бывают такие случаи, как, например, у моих родителей, они познакомились в очень раннем возрасте, полюбили друг друга. Ну, тогда, понимаете, другие были времена, тогда и люди были другие, и ценности были другие, и все было по-другому. Сейчас такого нет, поэтому как-то на это тоже нужно обращать внимание.
Ну вот честно, я вам скажу, я только сейчас, вот, наверное, последние 2-3 года осознаю, вот, что такое реально понимать, ты хочешь быть с человеком или ты не хочешь быть с человеком. То есть я могу уже осознанно для себя принять решение и увидеть будущее, например, с этим человеком или не видеть его. А 18-19 у меня ветер в голове, слушай, мне цветочки подарили, ой, да, он хороший, ой, там, не знаю, там поухаживал, пару ласковых слов сказал, ой, все, вот это моя судьба. Вот так вот. И у меня даже не с чем было сравнивать, потому что я ни с кем не встречалась, ни с кем даже в своей жизни ни разу не общалась до моего замужества. И мой муж будущий был первым человеком, с кем я, в принципе, села в кафе. Это даже после обручения, потому что до обручения мой отец даже не разрешал нам ходить гулять в кафе. Вот. Мы до этого просто созванивались по телефону. Вот. Если я где-то была с мамой, он приезжал туда. В общем, у меня была очень такая жесть, конечно. Вот. И только после того, как меня обручили, мы вышли с ним, начали ходить в кафе, общаться. Вот. И, собственно, такая вот была ситуация у меня лично. Ну и когда тебе не с чем сравнивать, тебе 18-19 лет, и ты думаешь, блин, наверное, так и должно быть. Так. Вон, скажите, пожалуйста, вы прислушиваетесь к маме, например, если она вам говорит, что кто-то из вашего окружения вам завидует? Вы знаете, я всегда стараюсь прислушиваться своей маме, потому что у меня мама довольно-таки мудрая, и всегда ее слова... даже вот на 99% случаев ее слова совпадают с реальностью, с тем, что будет, так и происходит все. Вот. Но на сегодняшний день она не критикует никого из моего окружения, поэтому как-то так. Зачем дома краситься? Ну, чтобы ходить красивой. Ну, а почему папа не разрешал встречаться? Ну, моего папы такие взгляды очень, знаете, прям консервативные, прям армянские. И на тот момент мне было 18 лет, и я училась в университете, 18-19 лет я училась в университете, и меня возили в университет, забирали, все мои одногруппники, однокурсницы сидели после занятий в кафе, отдыхали, ездили на всякие там мероприятия, а меня никуда не пускали. Если в кои-то веки я выходила с однокурсницами, однокурсниками туда в кафе, сидели мы все вместе, то все, 10 тысяч звонков, просто это была жесть. Вот, и... Вот мой отец придерживался того, что мне нужно... быть такой вот домашней. Я была на самом деле домашней, над моей девочки, которые меня знали, тогда еще был контакт, кто помнит. Тогда мы сидели все ВКонтакте, и все те, кто меня знали, говорили, что почему эта девочка в заточении, ее держат дома, у них секта, не знаю что, что только не говорили. Потому что все фотографии, ребят, в моем контакте были дома. Я вам отвечаю, все фотографии были дома, потому что реально это было единственное место, где я могла расслабиться и пофотографироваться, потому что меня никуда не отпускали. Вот. В общем, очень строгостью все это происходило в моей жизни. Вот. Может быть, и поэтому я не смогла отличить любовь от чего-то другого. И вот так вот вышла замуж. Сдал секрет жизни, что я хранила годами. Для вас это было бы тоже предательством или причиной для расставания. Я не могу ни в коем случае вам говорить, чтобы вы расстались, потому что личная жизнь — это личная жизнь. Вы должны сами принять решение. Но, конечно, это предательство. Естественно.
Ну, ребят, сейчас уже, ну, как бы, я уже состоявшийся человек, у меня уже взрослый ребенок, у меня уже, как бы, уже другая жизнь, естественно. Конечно, мой отец все равно, если ему что-то не нравится, он это говорит, и я повинуюсь, обязана сделать так, как он говорит, потому что я его уважаю, вот. Но в целом он видит, что я нормальный человек, поэтому у нас разногласий нет. Спасибо большое, мне безумно приятно. Кстати, когда я разводилась, я переживала, что, вот знаю, да, своего отца, я переживала, что мой отец это не поймет и меня просто выгонят из дома и скажут, иди, ночуй под мостом. Вот, и я долго не могла решиться на это, именно не потому, что там я думала о своем браке, я уже понимала, что все, я не могу, но именно я больше всего переживала о том, что скажет мой отец. И когда уже был край, и я понимала, что не могу больше, что мне уже даже лучше под мостом, я пошла домой, рассказала маме, и, ну, у нас не было такого прям диалога с отцом, я рассказала маме, она уже все это передала отцу. И мой отец очень с пониманием отнесся ко всей этой ситуации, понял меня, поддержал. Моя семья меня в целом поддержала, и я безумно благодарна за это моей семье. Вот. Я была удивлена, если честно. В молодости конфликтовались с отцом, ругались из-за того, что он не пускает вас гулять с подругами. Нет, выросла в этой среде. Я четко понимала, как должна протекать моя жизнь. То есть у меня не было такого, я не бунтарка. Я совершенно не бунтарка. Я, знаете, такой человек, вот мне как скажут, для меня есть авторитеты. Это мой отец, это моя мама, мой брат, это те люди, которые на меня влияют по жизни. И если мой отец сказал, это не обсуждалось. У нас нет такого, чтобы так, почему он так сказал? Он не должен так, у нас такого нет. Все, он сказал, значит, он сказал. Это не обсуждается. И, в принципе, меня устраивало все. Я как сейчас, ребят, вспоминаю свои мысли, да, мне хочется вот вспомнить, неужели вот я не думала о том, что почему, да, почему все ходят, а я не хожу. У меня таких мыслей не было, у меня реально не было таких мыслей, меня все устраивало, у меня было счастливое детство, замечательная семья, я могла позволить себе все, мои родители все для меня делали, я даже не думала об этом, чтобы выйти куда-то пойти там. Вот. Как мне есть по ночам? Блин, не знаю. Спасибо большое. Я всегда, знаете, об этом с такими эмоциями говорю. Девочки кавказские часто сидят с мужчинами, которые их недостойны. И боятся уйти, так как у них реально дома не пустят. И станут гоним, это кошмар, ужасно. Да, я, знаете, сталкивалась много раз. Мне писали девочки, что, ну, вот такая ситуация, хочу уйти, но меня родители не примут, что мне делать. Это очень тяжело. Я понимаю, что таким девочкам, это, знаете, это когда ты остаешься один наедине с собой, и ты не знаешь, как тебе быть, у тебя нет поддержки. Это, конечно, очень тяжело. И я даже не знаю, что сказать таким, и как поддержать таких людей, не знаю. Гормональное. Нет, я не пила гормональное. Спасибо. Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? Как бы он назывался? Даже не знаю. Хороший вопрос. Интересный, точнее. Как бы он назывался? Кстати, мой фильм про мою жизнь был бы очень интересный, я вам скажу. Мои подруги не дадут соврать. Да, конечно, Милана общается со своим отцом.
Я пытаюсь придумать интересные вопросы. У вас получается. Моя мама вообще родилась в Грузии, но она армянка. Вот, они просто... Она там родилась, они там жили, потом переехали в Армению. А сколько лет начали краситься и чтобы аккуратно? Начала краситься тушь. Я как сейчас помню, тушью начала пользоваться в 11 классе. Только тушью мне не разрешали больше ничем пользоваться. Вот. А потом, когда закончила школу, уже когда поступила в университет, начала пользоваться остальной атрибутикой. Ой, Тамун, привет. Спасибо большое. Ты что, не спишь? Спасибо. Нет, моя мама никогда не работала. Она помогала мне в начале моего бизнеса. Она помогала мне. Я восхищаюсь тобой, благородная девочка. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо большое. Спать я забыла, что такое. День и ночь все одинаково. Не говори, слушай. Я просто в обед просыпаюсь. Тащу себя до кухни. Закидываю все, что вижу на своем пути. Потом валяюсь на диване. Просто жесть. Я не знаю. Я боюсь просто представить, что со мной будет, когда мы все выйдем. У меня есть... Снова подговаривает. Я хочу есть яблоко, да? Я у вас ассоциируюсь с яблочком. Но у тебя голос успокаивающий и хорошая энергетика. Сладких снов, спасибо. День сурка, не говори. Нет, наши мамы не сестры. Да, там красотка. Домашний СИЗО, это точно. Так, до 30-го, еще не факт, что до 30-го. Спасибо за ответ. Вы что здесь? Вам спасибо за вопросы. Сериал, вроде прикольный, но я так отвлеклась с вами, что я половину пропустила. Буду перематывать. Пошла за яблоком. Да, у меня давно виниры, но я просто обновляла, переделывала. Но мы выйдем сразу, пойдем танцевать. Все, заметано. Надо будет нам повторить. Ой, день рождения Севы. Кстати, где Сева? Надеюсь, она опять не ест. Красиво, и так приятно слушать вас. Спасибо большое. Стужа сериал. Милана похожа на меня в детстве. Просто я была светленькая, она темненькая. Чтобы я влезла в твое платье, мы тебя впихнем. Не переживай. Мы после карантина все худеем. Поэтому, девочки, сейчас просто глупо говорить. Давайте сядем на диету, это гимнастика. Я вам честно скажу по секрету. В тот день я купалась в бассейне днем. Позавчера это было. Я купалась в бассейне, днем. Думаю, сделаю аэробику в воде. Это так эффективно. Думаю, все делают так аэробику, а я сделаю в воде. Значит, начала я делать, ребят, утром. У меня все мышцы на животе, все болело. Я думаю, нахер. Пойдет он на фару постоит. Короче, у меня все болело. Это была жесть просто. А еще, знаете, я утром... Это сейчас вообще угар. Я утром встаю такая... Какие симптомы коронавируса? По-моему, у меня болят легкие. Мама говорит, в смысле болят легкие? Я говорю, у меня здесь болит. Я говорю, все, мам. И, по-моему, я чуть-чуть кашляю. Она говорит, ты вчера в бассейне что делала? Я говорю, так разминочка была. Она говорит, твои мышцы не готовы к этой разминочке были. Ой, блин, короче... Уже утром себя накрутила, что я больная. Мало еще горает надо мной, ребят. Это знаете, как есть приколы, когда ты чихнул,
И заходишь сразу в интернет, смотришь. Там чуть ли не до этого доходишь, а у тебя там предсмертное состояние. Это вот было сегодня утром про меня. Умеете готовить хачапури? Чисто гипотетически я умею. Да, мама помогает, конечно. Мои же боли, думаешь, не болеешь ли ты серьезно? Так, интересный вопрос. Какой у вас язык любви? Общение, признание, забота, уважение, понимание или свои какие-то варианты? Наверное, забота — это первое. Первое. Ребят, не успеваю столько вопросов. Чего не спите все? Ребят, не знаю, мы все обросшие пойдем в салон. Да, мы с мамой как подружки. Так, ребят, дублируйте вопросы, я все пропустила. Так. Я замуж вышла, когда мне было 20. 20 лет. Я была такой пташкой. Согласна. Похоже. Дочь посла, смотрю, да, сейчас смотрю. А теперь Россия мусор все по 20 раз в него вносит. Венеры. Сейчас скажу, блин. Я вам сейчас скажу прям точно. 8 лет назад. Нет, 7,5. Или 8. В общем, 8, примерно 8 лет назад я поставила Венеру. Может, чуть меньше. Перек, что это за ссылку мне кидаешь? Неужели ты думаешь, что я сейчас пройду по ссылке? Классный турецкий сериал. Сейчас это «Дочь посла», мне кажется. «Черная любовь» тоже прикольно, но там он плохо заканчивается. Так. Знают ли люди, которых вы любите, о вашей любви к ним? Часто говорите о своих чувствах или больше на деле показываете свою любовь? Ну, вообще, если я по-настоящему люблю, я очень такая, знаете, такой нежный человек. Я всегда пытаюсь очень тепло относиться. И сейчас речь не о мужчине, я сейчас говорю, например, о своих подругах. Я часто им говорю, как я их люблю. Вот. Потому что у меня есть, например, близкие подруги, по которым я безумно скучаю, и которым я часто говорю, что я их люблю, и что я очень соскучилась. Привет из Франции, это живая кукла. Спасибо большое. Ветреный мне не нравится. Это уже просто, знаете, похоже на маразм просто. Нам, чтобы выйти в город, нужно отправить смс, получить разрешение в Москве. Также, блин, я пока вообще не поняла, что происходит. Если честно. Но он хочу увеличить губы. Первый раз, пожалуйста, дай совет. Даю вам совет не перегибать. Прям слегонца. Будьте потом жалеть. Санжар или Гидис? Угадайте. Кто угадает? Гидис. Конечно же, Гидис. Естественно, ребят. С
Санжар, вообще он не понимает, что происходит. Ой, да, я не верил, а теперь я верю. А вот может ты меня простишь, а может нет. Ой, ты знаешь, а теперь у меня моя жена беременна. Ой, сорян. Просто. Верите в удачу или считаете, что такие 90% достижений человека – это труд? Все-таки я верю в то, что должны сойтись, должно сойтись все в одной точке. А в какой-то мере удача нужна. Но мы сами строим свою судьбу. И если мы ничего не будем делать и ждать этой удачи, то ничего не случится. Ой, жена беременна. Да, ну блин. Просто зачем они изуродовали просто образ главного героя, а теперь пытаются выехать? Я не могу понять. Ой, ребят, вы думаете, у меня остались мои свадебные фотки? Мне 29 лет. Внешне мне тоже больше нравится Кидис. Может быть, образ такой. Знаете, я вам скажу такую одну вещь. Очень многое зависит от поведения человека. Тут же в глазах меняется внешность. Мужчина может быть нереальным красавчиком. Кстати, проверено. Это вот жизненная тема. Мужчина может быть нереальным красавчиком, но вот если его поведение не мужественно, если он вот мямлен, ну, если он, как Санжар, то вот тут же внешность теряется. Возможно, если бы актеры поменялись ролями, Гидис был бы в роли Санжара, а Санжар в роли Гидиса, нам больше нравилась бы внешность Санжара. Потому что мужчину красит поведение. Мужчине не важна внешность. Для меня, например, так. Вот даже, вот, кстати, Эльван. Блин, у нас осталось минута, ребят. Давайте я сейчас завершу эфир и перезайду, чтобы у нас сохранился эфир. И скажу про Эльван. Сейчас прям. Минуту.